История должна быть в назидание. Героем человек в тот день пропал. Приехал на пожар он. Просто здание горело. Этажи никто там не считал. Привычными движениями и силой он облачился в шлем, костюм, баллон, топор забрал. Потом закрыл забрало и поспешил к ребятам на поклон. Пошел он посмотреть, как с ним бороться. Огнем то потихоньку пожирал тот деревянный пол, стропила и колодца, через которых воздух жар питал. Он отдавал всем четкие приказы. Он точно знал, что делать здесь с огнем. Никто не мог подумать про усталость, про то, что командир закрыт огнем. Осталось кислорода на минуту. Хотели все идти и взвалять. Но он отдал приказ, закинул утку, что он в крыле на третьем. Все спасать. Вот только был он на втором, а не на третьем. И справа, а не слева, как сказал. Ребят послал туда, где точно верил, что там спокойно. Только здесь накал. А сам присел у стеночки и замер. Смотрел он на огонь, что подходил. Уже ничто бы не смогло исправить, и он подачи винтик перекрыл. Нашли его спустя минут аж 30. Может и побольше, здесь не суть. Героя хоронили, пили виски. Он новый начал неизвестный путь. Потом еще все долго говорили. Ну как он мог? И время, ориентир. Остались ведь жена и дети. А он госвыплатой семье долги закрыл.